Всем привет, ребятки, на моей маленькой разводне. Итак, вот моя разводня преобразовалась. Убрал я весь бардак, поставил старый диванчик. И что у нас нового? Начнем из плохого. Вот это тернешка. Вот. Вся она пропала. Тернешечка здесь пропала вся. Уже выклюнулась личинка, поплыла, и вся вот беленькая лежит внизу. Здесь чуток личинки есть. Даже чуток плавает. Не пойму почему. Здесь водичка помутнела, а здесь чистая. Вот видите разницу? Здесь мутная, здесь чистая. И здесь, где чистая водичка, личинка пока живет. Там дальше посмотрим. По барбусне тоже вся икра пропала. Тоже вон там, за воздухом, все пропало. Барбусня не отнерестилась. Надо их сейчас будет убрать, аквариумы помыть, продезинфицировать и поставить по местам. Это у нас из плохого. По-хорошему. Даже еще плохое. Рыбки вот эти снова заболели. Я уже лекарство влил. Получается, им уже легче стало. Уже глазки не такие мутные. У некоторых еще есть. Вот это есть еще глаз мутный. Уплыла. И глаза какие-то неестественные у них. Лекарство, по-моему, действует. А то вчера они вообще в каком-то белом налете были. И также склерошки. Склерошек отсюда я убрал. Убрал 100-литровый аквариум. 50% подменил воды. И здесь залил лекарство. Вот гурамкам хоть бы что. Ту-ту-ту. Но ничего им нету. Совсем ничего. Так что также и пицилька. Пицильки еще пару штучек здесь осталось. Но здесь только самцы одни. И вот они здесь есть. Но ничего им не делается. Скалярку я вон пересадил в 100-литровый аквасит. Уже выбросил штук 15. Тоже лекарство. Вода что-то тоже помутнела. Или делать отмены, или что, я не знаю. Или аэрация здесь есть. Фильтрации я не устанавливал, потому что они даже не едят. Потому что лекарство влил. Температурка тоже соответствующая, 28. Надо еще поддобавить. Аэрация хорошая, но что-то дохло. Вот еще даже одна осталась. Мотыля не едят совсем. Надо это сейчас все убрать. И еще 50% водички подменить. И еще добавим лекарства. Пускай так. По-хорошему. Купил вот такие вот контейнера. Поставил сюда Аллафорус. Вот так вот все это выглядит. По чуть-чуть, так как Аллафоруса, сейчас я ее достану. И посмотрим. Вот так вот. Сюда овсяночку перемолол, и вот чуток Аллафоруса подзабросил. Вот он шевелится весь.
Нет, но должно шевелиться. Прикупил вот такой вот поролон. Вот такой вот рулон, меньшей фракции не было. Это 1,20 м на 2. Вот, и прикупил вот эти контейнера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек. 5 под аулофору, спускай себе плодиться. Водичка здесь есть. Все хорошо. И 2 еще под вот этот червячок гриндаль. Вот сколько его. Рыбасики подъедают отличненько. Еще надо будет штучек 30 контейнеров поставить, чтобы корма совсем не покупать. Вот так вот я делаю гриндаль. Сейчас, секундочку. Вот. Вот это вот гриндаль. Получается, это кокосовая стружка. Подзамоченная. Я ее вот так вот утрамбовал. У меня вот такие вот есть штучки от покрывного стекла. Я ее вот так вот чпок. Вот так вот все утрамбовал. Был в магазине, забыл купить сетки вот сюда. Такая зеленая садовая сеточка. Там ее много не надо, но чуток надо, чтобы гриндаль по ней взбирался наверх на стекло. Сейчас еще забросим корма ему. Корм у нас в виде получается здесь батон и 1% кефир. Поедайте, размножается на нем сумасшедшими темпами. Кормлю вот эти все контейнеры, опустошаю стеклышки с утра и вечером. Сейчас я его заброшу сюда и покажу, как оно со стеклом. Покажу контейнер, который сделал, и покажу контейнер, который уже работает, полноценно работает. Потому что они тоже должны запуститься и размножаться. И вот, ребятки, берем мы заморозку, то есть корм. Забрасываем гриндалику вот такие вот порции. Контейнера большие, пускай себе кушает. Получается, запашок у него тоже присутствует. Вот берем вот так вот и тупо размазываем по дну. Утрамбовано, но не очень. Ее бы еще подразмазать хорошенечко. Ну, можно взять вот такими вот пластами, пока он здесь раскрутится, размножится. Вот так вот. Попрыскаем вот такой вот штучкой. Сейчас вот это сбрызгиваем. Надо, чтобы кокосовая стружечка была. О, вот так вот и отлично. Как на бутерброд намазываем масло. Вот так вот размазали, размазали, размазали. Сюда я, конечно, забыл купить эту сеточку. Зелененькую сейчас покажу. Вот это все. Видать, слабенько утрамбовал. Вот. Берем все. Опрыскиваем и берем вот такой вот запущенный контейнер. То есть вот эту сеточку я забыл купить, и получается
Вот это вот у нас гриндаль. Вот такие вот маленькие-маленькие черви. Это получается их колонии. Сейчас мы его уберем. Вот так вот сделаем. И вот так вот мы его взбрызнем. Пускай себе здесь живет. Не знаю, или будет достаточно, или нет. Но посмотрим. Также берем вот такую вот кисточку, любую, в принципе, кисточку, чтобы была мягенькая. Любую кисточку берем. И гриндаль у нас вот по вот этим краям. Опа, вот это все гриндаль. Сюда, сюда. Это уже такой в цвете. Вот смотрите, сколько гриндаля. Так мы его подразмажем. Вот так сюда. Сюда. Ну и все остальное со стенок уберем вот этот контейнер. Сегодня кормить с этого контейнера не будем. Пускай себе отплодится. Еще плюс сюда корма им подбросим. И вот так вот пускай себе размножается. Очень хороший корм. Рыбки поедают с большим удовольствием. С очень большим удовольствием. Сейчас покажу, как они его едят. Вот эти рыбасики. Сейчас мы их чуток подкормим. Конечно, я уже весь убрал. Ну, что-то найдем. И вот-вот. И вот это вот гриндалик. Нападают рыбешки. Все в кучку сбиваются. Вот такой вот червячок. Вот так вот они его поедают. Красавчики. Гурамки золотистые. Всем хорошего дня. Приятного настроения. Подписываемся на канал. Ставим лайки. И пока.